Добрый день. И снова с вами я и мамины истории. Хочу вам сегодня рассказать историю, которую рассказал мне один знакомый. Он служил в Чечне, и такое вот с ним приключилось. Однажды были они в каком-то походе, возвращались в свою часть, и где-то им надо было переночевать, переждать до утра. Вот. И остановились они в каких-то там зарослях. Конечно, все же были уставшие, упали, уснули. А утром все проснулись, говорит, а один из нас спит и никак не просыпается. Мы его будили, говорит, всей группой. Федя, просыпайся, Федя, просыпайся. Да ни в какую, не просыпается и все. А потом вдруг подскочил, глаза открыл, на нас смотришь таким отсутствующим взглядом и говорит, а где она? Кто, Федя? Ну как кто? Девочка в розовом платье. Мы все были ошарашены, удивлены, какая девочка, с нами же никакой девочки не было. Вот. А он, когда отошел, он рассказал потом, что всю ночь ему снилась девочка-подросток в розовом платьице. Всю ночь она его угощала конфетами, всю ночь давала ему пирожные и всю ночь просила его, заберите меня отсюда, заберите, мне здесь так плохо, мне здесь так скучно. Вот. И вот этот Федя все время повторял, надо бы ее забрать, надо бы ее забрать. Он никак не мог сообразить, что это всего лишь сон, а не эта девочка. А потом уже, когда выходили с этих зарослей, там где-то в конце увидели две оградки, два памятничка, и они поняли, что это кладбище. И тогда Федя понял, что он просто спал на могиле, на каком-то ровном-ровном таком большом камне, поэтому так и спать хорошо было. И что это, наверное, как бы, ну, это как бы, наверное, вот зов той девчоночки, которая была там похоронена. Конечно, он еще очень долго это все вспоминал. Ну, вот такая вот история, короче говоря. Вот и все. Ставьте свои лайки, подписывайтесь. До новых встреч. До свидания.